Всем привет, с вами Фрост, и добро пожаловать, возможно, в заключительную серию «Южный парк, палка». Истинно, остались мы на том, что начали преследовать злобного орка принцессу Кини, которая сперла нашу палку, а также на подвиге Александра Невского, и так жирный. Нечитаемо и СМС-ки! Ты готов надрать жопу, Кинь? Правильно! Ты не пройдешь! Жирный, хватит прятаться, настало время надрать жопу Кенни и его... Ну что за фигня, вот нафига эту покрышку можно сбить? Вау, возможно, я поеду по башке. Welcome, weary adventurers. You know how before the big final boss fight of any game, there is a conveniently placed shop where you can stock up on health potions and arrows and stuff? Well, this is that shop. Губернатор барыжит на рынке! Какого, блин, черта? Нет! Я с губернатором ничего торговать не буду, все, я просто пойду надеру... Нет! Ну, только не Невского, ну... Я полчаса подгонял Невского в прошлой серии. Ну, блин... Columbia Pictures не представляет, какой подстилкой Джастин бывает. Да. Теперь перевод. Yes, go, Princess Kitty. Princess Kitty. Screw you guys. Suck you deep, bro. Ну неужели? Дай! Сволочь! Придется накладывать Невского. Я думал, обойдется, а он чешет яйца прямо на людях. Его, по-моему, на... Так, а чё ему вдарить нельзя даже? Заткнись! Заткнись, жирный, лучше молчи. Лучше просто заткнись. Да, я сейчас еще и дерьмецом кину. Принцесс Кинни, what the fuck? Держи какашку прямо на макияж. Вот так вот. Уа! Зря я скинул какашку, можно было кинуть просто прокладки какие-нибудь неизвестного производителя какого-нибудь. Давай, обматери ее полностью, чтобы кровь из ушей пошла. Помоги, ступицы черные, мохнатые. Сану, печь. Сану, принц, печь. Ну ты даешь, мелкая мракобесина, а? Жирный помер сразу. Ну ничего, я ж не жирный. Я массивный. И сюда. Хедшот, бич! Четыре! Только четыре косаря, чё как... Чё, какой у тебя много защиты? Я тебя все равно накажу. Иди сюда. Иди сюда, отвечай будешь. Я буду тебя мучить этим ударом. Ту-ту, принцесса Кенни, ты сгоришь. Ты будешь гореть в аду. Нет, ай! Они должны были сожрать тебя, какого черта? Ботинок ты не додел, я все, я буду тебя бить долго и жестоко. Ты ж так мало-то, а? Почему там так мало? Все равно будет единица. Ад, блин. Ты все равно сгоришь в аду. Иди. Давай. Пошло. Минус 500. Жиртрес, ты кошерен. Хрен тебя не радует. Понятно, жопа с ручкой ты. Жопа с палкой. Кстати, куда ты делал палку, а? Ладно, это мне знать не обязательно. Не парься, жирный, мы будем чинить только черных. Понимаешь, не брат ты. Я даже не заметил, как нажал ударять Кенни. Заткнись. Лучше кинь. Да ну ладно, пожри так уж и быть, съешь мою печеньку. Ешь, ешь, давай, жирный. Уничтожьте. Ты что сделал с печеньками? Что он сделал с печеньем? Я за тобой, конечно, не слежу, но Александр Невский за тобой следит. И это вообще бесполезно. Поединить сейчас бы. Плохая принцесса, плохая. Плохая, фу. Фу такой быть. Фу такой быть. От сволочь. Ха-ха!
Жирный сдох. От собака. Я все равно подниму этого жиробаса, ты даже и не думай, понимаешь? Я все равно подчиню своего жиробасика. Вот так вот. Потому что жирного слишком полезная задница. Он жгет ей просто как бог. Где защита? Ах, блин, это было неприятно. Так, где печеньки? Давай, печеньки. Да, жирный, благодарю. Впервые жирный поделился со мной своими печеньками. Фу! Принцесса, бечь! Иди сюда, сейчас я тебе прям промеж полушарий пройдет, коса! Гони палку! Отступит, бич! Я ждал, он будет здоровый. This is it, King Douchebag. The final battle. Спасибо, что это есть. I will just stand over here. Use your rainbow attack, Princess Kitty. Нет. Ну, нафига мне дали Стэна? Жирный просто жёг, просто как бог жёг своей жопой. Иди сюда! Хедшот! Бич! Чёрт! Ну, хоть кровотечение дофига. Стэн, давай сделай это. На! 128, Стэн, ты лошара! Ай! Фу, Кенни, это так... За тебя даже фашисты стрёмно говорят. Ничего страшного, сейчас мы и выгоним из тебя этих бесов. Бесов сейчас прогоним, иди сюда. На! Чуть помню, защита стала еще больше, он так не показалось. Ну-ка давай-ка, ну-ка прицелься туда куда-нибудь. О, собака-то дело понимает. Собака-то круче Стэна. Ну давай, тогда сделаем вот это. Вспышку. Давайте попробуем увидеть вспышку. Где? Где вспышка? Щека! Да не надо единорогов! Фашистского-то зачем? Нет! Чёртов фашистский единорог! Зикотать! Чёрт! Я подчиню, Стэн, ничего. О, я же испугал, шаурмы нету. Я уж думал, я забыл купить шаурму. Что ты тут бегаешь, если я тебя сожгу. Давай, пса. Пса, снова пса. Я думаю, это будет долгая битва. И, возможно, даже не последняя. Потому что это final boss match. Опа, ты... диск помощи. Ну, давайте попробуем. А, хотя... Возможно, сейчас он стал круче. Нет, не стал. Ай! Вот это нифига себе! Вот это я радугу не заблокировал. Ну все, собака. На! А хрену, ты не хочешь? Хватит там сидеть. Оденься, ты заколебал. Лав хоть он на одном месте стоит. Наложил и забыл. Сам у меня тюрнул не стоит. Все, не будет зомби-фашистов больше никаких. Невский, успокой своего дружбана. Третий раз, это не смешно уже, между прочим. Я не шучу. Серьезно, мне не смешно. А вот ему... смешно. И сюда, блин, на. Сейчас мы посмеемся с того. Да в третий раз, 36 с лишним тысяч хпш. Меня это уже достало. Если она сейчас не умрет, то я позову этого негра. И он застрелит оттуда.
Вы знаете сами кого. Это будет прекрасно. Ты сожрал все мои печеньки, Стэн. Если ты съешь еще одну печеньку, то я застрелю эту. Тогда хотя бы зарублю эту. Заткнись! Стоп. Да! Фак я! О, да! У кого-то сегодня будет ужин. Стой, пес! Этот ужин должен быть у меня, эй! Ну, мой ужин! Ну, ладно. Сам напросился. Я никогда не дрался с Бардом. И не хочу этого делать. Но, боюсь, не придется. Use your rainbow attack, Princess Guinea. Хрен тебе! Вертел эту... Ух ты, арбалин Джимми! Джимми! О, нормально он стреляет. Нормально, я беру обратно, на инвалид тоже может что-то. Дай. Джимми! Давай, я увезу тебя в страну единорожного. А хрена тебе! Сам знаешь какого. И хватит чесать уже его. Опа. Опа. Вау! О, да он воскресил все способности. А, у него, кстати, они не были. Давай усыпляй тогда, что ли. Нет! Ай, черт! Заколебал! Эй, хорош! Как он неуязвим, какого, блин? Все равно я тебя ушатаю. Ладно, тебя ушатает инвалид. Нет. Они тебя съедят. Да. Обратно давай. Забрать их обратно. Туда, откуда они пришли. Да ладно тебе, Баттерс. Все, пора с этим завязывать. Мы уже потратили всех бойцов. Вали ее. Нет? Да ты сдохнешь или нет? Да ты сдохнешь или нет? В конце-то концов, ты заколебал уже четвертый раз. Ты оборзел, Баттерс, блин, все. Давай мою любимую анимацию. Давай щиты, по-братски. Давай, жги, Баттерс. Отлично. А то, что бак, я сойдет, хоть негра похилит. Ну, чуть-чуть, конечно, ну похилит. Самый макс. Да. Четвертый, блин, раз. Хватит бить Баттерса, он хороший, наверное. Может быть, когда-то был. Видишь, хороший. Может быть. Ты все равно сдохнешь. Упс. Чё за... Какого, блин, чё... Да, жди. Фэ... Ай! Упс. Упс. Баттерс. Кушни шавермы. Кушни шавермы. Так что быть, мой косяк. Я его исправлю. Заткнись. Ты заткнешься, ты, блин, пират. У меня есть запасной. Видишь, что творит парень. Понимаешь, бесполезно твой рак. Да, я эти почесать, время у него всегда найдется. Козлина. Белобрысая. Ну вот прям на переднем фоне, а, гад. Да ты заколебал уже. Один раз только попал. Жди, Баттерс, можешь потрогать сам себя? Ладно, так что быть, съешь печенье. Гад, Билл, гад желтоволосый, а? Так, а вы с чем-то похожи с кем? Вы слушайте мне не в сговоре? Ну давай, ну все, ну последний. Предпоследний удар, да. Death comes for you, Dragonborn. You'd better pray for a miracle. Нет.
Такая там была Фэ, надеюсь, будет та же. Давай. А то, мне кажется, придется еще раз с ней драться. Да! Чё-то шат, бич. Как это возможно? А вот так вот. Блин, я забыл еще про еврейскую рожу, а? Кто там у меня еще? Не, вроде еврей последний. Вот видите, еврей всегда последний. Он последний подставляет свою жопу. Ну, наконец-то. Все, нет? Да блин, ну хорош. You can't possibly mean... What other choice do we have, Cal? King Douchebag, you remember long ago, I made you swear an oath to never fart on anyone's balls. I am now asking you to break that oath. He's right, it's our only chance. Fart on Princess Kenny's balls, King Douchebag! Do it! Now, King Douchebag, fart on Princess Kenny's balls! What about the gentleman's oath? Как это... У меня нету магии. Ну ладно, сейчас сделаю. Эликсир маны, шаверма. О да. О да. Теперь главное не накосячить. Давай. Давай, жги. А-а-а! Черт, слишком поздно, но ничего, это все равно шикарно. We're back to normal. Wow. We're cured. We're all better now, Daddy. That's right, son. The Dragonborn must have farted on a princess's balls. Жесть. О, наконец-то дали еще одну ачивку. Шикарно. Но мы так и не были у людей-крабов, к сожалению. Но еще не поздно туда сходить. Но я, наверное, туда уже не пойду. Именно на запись. Пора уже заканчивать. Так, ты что-то я лагаю. Черт, я Слендер, меня засасывает. Но, моя прелесть. Черт, я пропал, я ушел за палкой. О, нет, вернулся. Никто даже не догадывается, что я спер. So what do you guys want to play now? How about dinosaur hunters? Or pharaohs and mummies? Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? Screw you guys. I'm going home. Он говорит? Wow, what a dick. Чё ли за свет? Я и так его ведь и не гопнул. Ну ладно, думаю, это была все-таки последняя серия. Возможно, если, конечно, мне не приспичит сделать еще одну серию о том, как я наказываю Чё ли за свет, а затем... его автора и соавтора или кто там еще будет мне мешать уничтожить человека до свидания. Ну а на этом мы заканчиваем. С вами был Фрост, не забывайте подписываться, а также ставить свои лайки и комментарии. Всем удачи и всем пока.